Привет, меня зовут Денис Разумович. Сегодня я вам расскажу вооружение и устройство яхты класса «Оптимист». У нас лодка состоит из двух бортов, правый и левый борт, кормы, задняя часть яхты, и нос, это передняя часть лодки. Также днище, на чем расположена вся яхта. Ну и основные элементы. Переходим к элементам управления. Управляется яхта с помощью руля. Я вам сейчас покажу на мини-руль яхты класса «Малыш». Это у нас перо руля, оковки. Они служат для того, чтобы вставлять руль в яхту. Это называется у нас часть румпель и удлинитель для того, чтобы было практичнее и удобнее управлять рулем. В данный момент держим руль правой либо левой рукой, поворачивая рулем вправо либо влево. Яхта у нас уходит, соответственно, вправо либо влево. Если нам надо идти прямо либо стоять на месте, мы удерживаем просто руль прямо. Задним ходом, когда яхта идет, все то же самое, только наоборот. Если ты поворачиваешь рулем влево, яхта уходит вправо. А поворачиваешь рулем вправо, яхта уходит влево. Как на машине. Следующий элемент управления – это управление парусом. Парус у нас управляется с помощью шкот. Вы можете посмотреть про парус в предыдущем видео. Сейчас я расскажу, как работает шкот. Если мы шкот натягиваем, соответственно, мы натягиваем парус и можем идти крутыми галсами. Это против ветра. Если нам надо идти по ветру, мы просто отпускаем шкоты, парус уходит по ветру, и, соответственно, лодка спускается по ветру вниз. Следующий элемент управления – это у нас шверт. Шверт служит для того, чтобы яхту не дрейфовала, не уносила течением и чтобы яхта оставалась на курсе. А теперь мы переходим к безопасности. Безопасность прежде всего на любой яхте. Самое главное – это безопасность. В первую очередь спортсмен должен быть всегда экипированный в специальный спасательный жилет. Далее, по безопасности на яхте. В первую очередь вы должны знать, что на яхте всегда должны быть баки плавучести. Они служат для того, чтобы яхта при перевороте не набрала много воды и просто-напросто не затонула. Они на этой конкретной лодке, они у нас пластиковые, на других более гоночных яхтах для того, чтобы облегчить вес лодки, ставят надувные баки плавучести. Следующий элемент – это носовой конец. Носовой конец служит швартовым концом. Он должен быть из полипропиленового либо материала, который у нас плавучий, для того, чтобы моряк в любой момент мог выбросить веревку, и катер, который спасает моряка, просто споймает этот конец на воде. Следующим элементом у нас служит черпак. На яхте должны присутствовать два таких черпака, потому что яхтсмен, когда идет на правом либо на левом галсе, сидит на правом либо на левом борту, чтобы было удобнее черпать. С этой стороны у него один черпак, а с другой стороны, соответственно, другой. При перевороте спортсмен также эффективнее гораздо черпать сразу двумя черпаками, одновременно выплескивая воду за борт из лодки. Следующий элемент – это весло. Весло у нас служит для того, чтобы если будет слабый ветер, либо еще что-то, либо у тебя сломается мачта или какая-то поломка, всегда спортсмен мог взять весло и догрести в безопасную зону, либо на берег. Очень практичная форма, очень удобно держится в руке и должна обязательно присутствовать на лодке. Если вы обратили внимание, все элементы должны быть жестко, надежно привязаны к лодке. Следующий элемент безопасности – это привязывание мачты. В мачтовой банке многие яхтсмены, особенно начинающие, не обращают внимания, но это очень важно, потому что ремонт мачтовой банки очень трудоемкий и очень дорогой. Также, когда ломается мачтовая банка, ломается жесткость передняя, и яхта уже теряет свою гоночную форму. Для страховки мачты используются два варианта. Первый вариант – это у нас привязывание шкертиком над стопором оттяжки гика. И второй вариант – это стопорное кольцо. Просто цепляется у нас за мачту и эффективно держит мачту в мачтовой банке. Следующий элемент – это ремни от кренения. Ремни от кренения у нас служат для того, чтобы спортсмен всегда яхту мог вести на ровном крене. Для того, чтобы спортсмену легче было подбирать шкот в сильный ветер, на яхте установлены три блока. Один из них стопорный, самостопорящий. А два – обычные роликовые блоки, которые двигаются в двух направлениях. Важным элементом для того, чтобы зацепить либо отцепить шкот, является вот этот карабин. Простым нажатием мы можем шкоты снять, либо одеть, когда
это требуется перед выходом, либо после того, как яхта пришла на берег. Итак, друзья, сегодня мы познакомились с элементами корпуса яхт-класса «Оптимист». Не забудьте поставить лайки, подписаться на наш канал, поделиться с этим видео с друзьями. И самое главное, поставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить следующее видео. Все, всем пока!